В Ургенче прошла региональная промышленная ярмарка, организованная по инициативе прокуратуры Хорезмской области. Ведущие предприятия региона представили широкий ассортимент продукции. Такие мероприятия, безусловно, способствуют укреплению кооперации между производителями различных отраслей и расширению локализации. Об этом наш следующий материал. Промышленная ярмарка собрала вокруг себя действующие в Хорезмской области как крупные промышленные предприятия, так и субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства. Здесь они представили широкий спектр местной продукции. В ее числе разнообразные строительные материалы, изделия легкой промышленности, продовольственные и непродовольственные товары. Наша фирма производит медицинские принадлежности. Сегодня мы выставили порядка 40 наименований продукции. Среди них есть и новые инновационные проекты. Мы очень надеемся приобрести здесь новых партнеров и заключить ряд договоров. Также организаторы мероприятия отметили, что проведение подобных деловых мероприятий позволит увидеть рост предпринимательской активности местных производителей и высокий потенциал для расширения кооперационных связей. В настоящее время в Хорезмской области налажено производство бытовых газовых баллонов, морозильных камер и холодильников, также продукции текстильной и легкой промышленности. В целях исполнения ряда законов, поддерживающих наших предпринимателей, проводятся ряд мероприятий. К примеру, сегодня состоялась региональная промышленная ярмарка, где было заключено 55 договоров на сумму 208 миллиардов сум. В дальнейшем ожидается заключить еще договора на сумму порядка 10 миллиардов сум. По мнению специалистов, проведение подобных ярмарок позволит в скором времени значительно увеличить портфель заказов на местную продукцию. Посетители ярмарки ознакомились и с новыми видами товаров, производимых на экспорт.